Я мальчик. Золотой голос команды КВН «Бакс» участники, чемпион высшей лиги КВН 2010 года, резидент Comedy Woman Виталий Пашенко в гостях участников юбилейной смены. Сегодня в течение дня он не только почетный гость, но и вожатый отряда детского пресс-центра. На встрече со сменовцами он рассказывает о том, как стал КВНщиком, открыл вокальный талант в 11 классе и покорил зрителей своей игрой на сцене. Если я переживаю, значит, все пройдет на сцене в отличном качестве. То есть переживать нужно. Это стимулирует тебя на то, чтобы выйти и показать то, что ты подготовил. В очень дружеской беседе с участниками Виталий Пашенко отвечает на самые разные вопросы. О своем стиле, любимых шутках КВНщиков, кумирах, о том, как попасть в КВН и на Comedy Battle, а также делится планами на будущее. Виталий Пашенко мечтает попасть на проект «Голос». Он советует юношам и девушкам любить то дело, которым они занимаются. Я всегда стараюсь, чтобы все было в позитиве. Абсолютно всегда. Любая ситуация должна быть переведена только в позитив. Я стараюсь делать так, чтобы внешние факторы никогда не повлияли на мое настроение. По словам Виталия Пашенко, он никогда не был в лагере, а тем более быть вожатым отряда ему предстоит впервые. 4 года назад он уже был гостем смены, и те изменения, которые произошли в лагере, сегодня его приятно удивили. Во-первых, все душевные здесь, все на подъеме, все на каком-то одном... на одной волне какой-то, да, на волне творчества. Каждый день распланирован, каждый день занятость интересная каждого из ребят, которые сюда приехали. Очень здесь все классно выстроено, построено, придумано и воплощено. Видно, что всем детям, которые сюда приехали, абсолютно со всей России, нравится, и они... рады встрече там с теми гостями, которые приезжают к ним каждый день. Вот. Они задают свои вопросы. Конечно, очень клево. Мне понравилось то, что такой большой зал. Все с удовольствием задавали вопросы. И я также с удовольствием отвечал на них. На встречу с участниками юбилейной смены Виталия Пашенко посвящают вожатые. Он торжественно выпивает кефир и обещает быть другом и наставником для всех ребят. И сразу после пресс-конференции он отправляется в отряд, чтобы приступить к своим обязанностям. Юноши и девушки полны ожиданий и делятся своими впечатлениями. Это очень яркая личность, очень неординарная. Мне очень понравилось, что он выражает именно свой стиль. И самое главное, что это очень-очень открытый человек, очень доброжелательный и очень веселый. Это человек с богатым опытом, он поделился своими впечатлениями, ощущениями. И также мне очень понравилось, что он веселый и очень открытый человек. Очень понравилось его творчество, особенно то, как он поет. И вот он много рассказывал про КВН, про высшую лигу, про школьную лигу. Я попробую поучаствовать хоть раз в КВН. Центр замечательный, очень много возможностей. На самом деле график очень забитый, нет свободного времени, все очень интересно. Хотелось бы увести с собой самые яркие впечатления об этом лагере.